Когда у страны начинаются серьезные проблемы с экономикой, с уровнем жизни, начинает падать уровень поддержки и так далее, у правителя возникает искушение и находятся вокруг советники, которые говорят «да-да-да-да-да», провести маленькую победоносную войну, которая заведомо и быстро будет выиграна, и тогда все наладится. Враги заткнутся, население будет хлопать в ладоши и говорить «да, но мы живем бедно, да, вокруг много несправедливости, но зато у нас великая страна, которая всех побеждает». Это в точности ситуация, допустим, 1904 года, когда Николай